Шотландская национальная партия празднует победу. В Шотландии это движение выиграло 48 мест из 59. Лидеры партии считают результат мандатом на проведение нового референдума о независимости региона. Хотя решительная победа консерваторов в целом по стране сильно осложнит организацию этого волеизъявления. Мы выдвинули абсолютно ясное предложение, а шотландцы ясно показали, что не хотят Бориса Джонсона на посту премьера, что они не хотят Брексита. Они хотят, чтобы будущее Шотландии находилось в руках шотландцев. Николас Стёрджен призывает страны ЕС поддержать ее инициативу, поскольку на референдуме по Брекситу большинство шотландцев захотели остаться в составе Евросоюза. Но, по мнению политологов, шанс на вмешательство Брюсселя невелик. Это внутренняя проблема Великобритании. Решить ее удастся только в рамках страны. Я не думаю, что у Евросоюза есть возможности и права настолько прямо вмешиваться в эту ситуацию. В Шотландии по итогам выборов мандаты сумели получить только 6 консерваторов и всего один лейборист. Либерал-демократы завоевали 4 места, но лидер партии Джо Суинсон не смогла обойти соперников в собственном округе.